Здорово, подписота. С нами борщ. Опачки. На, смотри. Жрать будем борщ. Давай, пожрем. Записываем. С нами борщ. Ням-ням. Пумпушка с чесноком. Лучок. Чесночок. И сыр косичка. Сейчас, секунду, мазик. Самый главный ингредиент забыт. Прикиньте. Ну как так? Главный ингредиент забыт. Почему так получилось, что борщ, а хотел я капусту? Я хотел просто капусту с куриной грудкой потушить. Не знаю. Начал делать и вспомнил, что у меня свекла есть. Буквально пару дней назад купил. Думаю, ну да, давно не делал я такого. Конечно, я люблю со свининой, но и с куриной грудки пойдет. Жирного не надо нам. Давайте-ка горчицу. Пусть она, кстати, не горькая, ей уже пару месяцев. Восемь сорок три. Десятое сентября. И без пива вкусно. Вот так. Полгода не ел. Косичку, чтобы типа не провоцировать алкогольное возлияние. Седьмой месяц идешь. Блин, забыл сделать, ребята, дыхательное упражнение. Сейчас сделаем.
Дыхательное упражнение сделано. Продолжаем. Пушка с чесноком. Делают в магните. Есть белый, есть черный у них. Белый вкуснее, могу сказать. Ну, я как-то черный, потому что, чтобы не привыкать к белому хлебу. Ну, вы поняли. Как я жил без косички полгода, блин. С ума сойти. Как я жил без косички полгода. Сейчас камеру как выключу, вторую тарелку налью. Кстати, давно просили. Борщ сварил. Вот сварил в охотку. Блин, вот все-таки горчица. Уже когда не горькая, она и не такая как бы вкусная. В ней смысла нет. Будь здоров. Место оставим сейчас мне на вторую тарелочку борща. Это будет без камеры. Все. Всем пока. Всем добра.